Астана медицина университетінің 10 резиденті Литва елінің Паневежес қаласында Паневежес республикалық ауруханасында тәжірибеден бір ай уақыт бойы өттік. Она посчастливилась поработать в отделениях неврологии, кардиологии, пульмонологии, радиологии, а также анестезиологии и реанимации у ведущих специалистов данной клиники. Неврология бөлімшесінде бөлім меңгерушісімен біз неврология бойынша бүкіл ауруларды жүргіздік, және ондағы электромиография, электроэнцефалография бойынша инструменталдық әдістерді бізге жасауына барынша мүмкіндік берді. Және осы алған тәжірибемізге біз өте алғысымызды білдіреміз. Я врач-резидент пульмонолог первого года обучения, проходила стажировку в Паневежской республиканской больнице. И хотелось бы отметить то, что так как функционал пульмонолога в Литве и в целом в Европе, он отличается от нашего, то мне довелось освоить много таких манипуляций, как бронхоскопия, бронхоальвеолярный лаваж, пункция плевральных полостей, так как у нас в Казахстане данные виды манипуляций отданы другим специалистам. И за это был очень интересный и крутой опыт. Со стороны администрации больницы нам было предоставлено полное содействие, был организован, к примеру, трансфер от аэропорта Вильнюса до города самого Паневежеса, что заняло примерно 140 километров. В познании культуры, быта страны, также со стороны больницы, было предоставлено полное содействие, чему мы очень также благодарны. Ащу Литва!